Привет, друзья! Салат с куриным филе, ананасом и сыром – это легкий, но в то же время сытный салат, который готовится достаточно просто, а получается эффектным и презентабельным. Такое блюдо достойно любого праздничного стола. Такой салат очень популярен и уже проверен временем. У него нежный и сбалансированный вкус. Если нет времени на выкладывание слоев, то просто порежьте все ингредиенты, сложите в салатник и перемешайте с майонезом. Сочетание куриного филе и ананасов идеальное, а нежности блюду придают сыр и яйца. Все самое вкусное в одной тарелке. Куриное филе я отварила до готовности, затем даю время остыть. Если располагаете временем, лучше остудить куриное филе в бульоне, так оно будет сочнее. Куриное филе нарезаю, а затем разделяю на волокна руками. В тарелку выкладываю куриное филе. При помощи кондитерского мешка делаю тонкую сетку из майонеза. Картофель натираю на мелкую терку. Этот слой салата также смазываю майонезом. Консервированные ананасы нарезаю небольшими кусочками. Предварительно ананасы я отжала от сиропа, чтобы они не дали лишнюю влагу. Можно использовать уже нарезанные консервированные ананасы. Выкладываю слой из ананасов. Сыр натираю на мелкую терку. Для этого салата подойдет любой полутвердый сыр. Если хотите, чтобы салат имел более сырный вкус, берите сыр с более ярко выраженным вкусом. Если возьмете более нейтральный сыр, то и в салате он будет чувствоваться меньше. Этот слой салата также смазываю майонезом. Отварные яйца натираю на мелкой терке и выкладываю последним слоем салата. Верхний слой салата смазываю майонезом. По желанию, верхний слой можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Наш салат уже готов. Желательно дать ему немного постоять, чтобы слои пропитались и дополнились вкусами и ароматами друг друга. Из-за курицы и сыра салат получается очень сытным, но сладость ананаса добавляет легкость и изысканность вкусу. К тому же этот салат очень просто и быстро готовится. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Всем пока!